Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Головиво», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание на обозрение сегодня хочу предоставить. Велосипедный насос от торговой марки «Лизайн». Модель называется «Grip Drive HP». Это насосы с металлическим корпусом, представлены в трех цветах. Серебристая ручка, черная ручка и красная ручка насоса. Сам насос имеет алюминиевый корпус, там, где мы держим его, когда работает клапан, здесь насечки. Металлические насечки ребристые позволяют комфортно лежать насосу, не скользит в руке. Насос имеет надпись Drive, Grip Drive HP. Есть в комплекте вот такой шланг, который хранится внутри самого насоса. Этим шлангом легко накачивать как тонкий ниппель, так и толстый ниппель. Достав шланг из внутренней части насоса, вы с другой стороны вкручиваете в сам насос и можете работать спокойно, накачивать колесо. Давление, которое позволяет накачать насос Lizaine модель Grip Drive HP, это максимальное 8,3 баррелей или 120 PSI. Достаточно хороший насос, который легко будет качать любые велосипедные колеса. Если вы качаете тонкий ниппель, один получается шланг, одна сторона, что указано на самом шланге. С одной стороны это Шредер, с другой стороны Престо. В общем, если вы хотите тонкий, это один конец. Если хотите толстый, вы переворачиваете и накачиваете уже другой конец. Тем самым все легко и просто. Ничего не надо менять, переставлять. Просто меняете сторону шланга. Шланг, как вы видите, гибкий, резиновый. Легко качать даже детские коляски. Часто бывают проблемы подойти насосом к ниппелю детской коляски. Поэтому это все легко делается. У шланга есть специальное отверстие. Специальный клапан, который позволяет стравливать избыточное давление, нажав на него. Здесь есть рычаг, кнопка, которая позволяет минимально сбрасывать давление по чуть-чуть. Насосы имеют следующую информативность. Алюминиевый корпус, имеется клапан, который стравливает давление избыточное, универсальность шланга, подходит под толстый, под тонкий ниппель. Это то, что указано на самой инструкции. Также стоит отметить, что крепится насос при помощи пластикового крепления и липучки. Липучка позволяет надежно держать насос, не отрываясь от крепления. Часто крепление велосипедисты крепят на раму под флягодержатель. Сначала на раму крепится крепление насоса, потом на это же, получается, ставится флягодержатель, и болтами закручиваются сразу два элемента, и флягодержатель, и насос. В общем, хороший насос Lizaine Grip Drive HP продается в киевском спортивном магазине Веловива в трех цветах. Это удобно, комфортно, когда вы хотите выбрать себе насос под цвет велосипеда. Понравился видеообзор, можете оставить отзывы на нашем YouTube-канале Веловиво. Если вы хотите приобрести насос Lizaine Drive, Grip Drive HP, приходите в магазин, оставляйте или заказывайте на сайте velovivo.com.ua. Постоянным клиентам у нас скидки. В общем, насос классный, рекомендуем. Стоит еще отметить, торговая марка Lizaine – это всемирно известный бренд, и свою продукцию тщательно тестируют. Каждый насос на заводе Lizaine тестируется. На каждый насос предоставляется гарантия качества. Это не какой-то ширпотреб, а это хорошие насосы, которые проходят индивидуальную каждая единица тестируется на специальных станках на заводе, где производят эти насосы. Понравились насосы, приходите. Понравился видеообзор, оставляйте отзывы. Постоянным клиентам скидки. И последнее, длина насоса, что хотелось отметить, составляет
19 сантиметров. До скорых встреч!